И у нас сегодня закрытие сезона ТВ «Шанс». И новый участник, представьтесь. Меня зовут Дмитрий Зверев. Расскажите о себе и о своем творчестве. Значит, творчество у меня авторская песня. Я автор и исполнитель своих песен и поэт. А в каком стиле пишете и что именно будете исполнять? Какую из своих песен? Исполняю я обычный акустический рок, а песня будет сегодняшняя называться «Мост». А вот рабочее название, под которым она стала известна, называется «Гори». То есть она у вас уже известна какой-то широкой аудитории? Ну, не особо широкой, но достаточно известна. Отлично. А расскажите еще, давно ли вы занимаетесь музыкой, как давно вы выступаете? Выступаю я с 2012 года. Музыкой я занимаюсь примерно с 2010 года. Ну, сначала это было так, любительски, то есть на трехбортных аккордах во дворе, но потом пошли уже свои собственные песни, и я уже решил их выносить в свет. Но вокалом вы, наверное, не занимались профессионально? Профессионально не занимался. То есть вы самоучка, талант? Ну, талант не знаю, но самоучка точно. Хорошо. Что пожелаете нашим остальным участникам? Удачи и успехов. А вам желаем хорошего выступления и отличного настроения. Спасибо. Спасибо.